Всем привет! В этом ролике мы поговорим о том, как крабить на мазере. Ну, причем по возможности наиболее безопасно. Итак, начнем с фита. Что у нас есть в этом конкретном мазере? Ну, здесь сборная солянка. То есть это фит не пример для подражания, это небольшая переделка из боевого мазера. То есть что у нас? У нас здесь арморный фит, довольно толстый, почти 5 миллионов ЕХП. Вот Рига стоит на дальность оптимала файтеров, тоже это со старого еще, когда этот мазер был крабским, потом был переделан в боевой. Ну, короче, это все несущественно. Вот. Здесь вы можете играться модулями по вашему усмотрению. Важно, что у нас стоит вверху, ну и что стоит в мидслотах. Итак, что у нас стоит вверху? Две ФСУшки, Fighter Support Unit. Они улучшают свойства наших файтеров, вот, и по-хорошему их можно было бы и три, наверное, поставить. Но здесь тогда у нас не помещаются остальные вполне нужные модули. Итак, у нас стоит три нитрика. Heavy. А вот почему именно 3, я потом чуть позже объясню. И тот самый Networked Sensors Array. Для чего он нам нужен? Вот спорный очень такой модуль. Но иногда, когда вас начинают таклить там, допустим, сабры, если вы понимаете, что вы за минуту от них все равно не отвяжетесь, у вас, допустим, там две сабры подошло, то есть вы не сможете быстро убить две сабры, то важный будет момент, как можно быстрее их залочить. Вот. То есть, если вот мы сейчас включим симуляцию и выключим этот сенсор Array, то есть у нас стоят в мидслотехе два сенсор-бустера. Они, конечно, несколько увеличивают нам сканрез, то есть без них сканрез вообще печальный, то есть 75. С ними получше, 193, но все равно сабра будет лочиться как бы некоторое время, не очень быстро. А с этим модулем у нас 965, практически как у цептора. Вот, то есть мы сабру будем лочить моментально, ложить на них сразу нитрик, и нитрик с первого цикла сразу высушивает сабру, флойку и все, что там подобное может прилететь. Вот. Ну, об этом позже, о нитриках. Вот. Поэтому этот модуль, я считаю, должен стоять. Но на него нужно обязательно выключить автоповтор. То есть вот здесь правой кнопочкой, он у меня выключен, поэтому здесь в меню говорит «Включить автоповтор». То есть обязательно, если вы этот модуль ставите, выключите автоповтор. Если этот модуль не ставить, то ну, что сюда можно поставить? В принципе, два варианта. Еще одну ФСУшку. Или смарту. Ну, смарта такой модуль тоже спорный, малополезный. Если у вас будет баблить правильная сабра, она не поставит вам прямо на пути. И вы смартой не достанете до бабла. Вот. А так, ну, если вас уже начали бить, отсмартить дронов, ну, да, может быть. Вот, то есть, я бы, допустим, да, не ФСУшку, я поставил бы еще одну смарту. Но тут как бы дело вкуса. Если вы хотите добиться какого-то максимального результата более-менее в крабинге, значит ФСУшка. Если нет, смарта. Но я считаю, что вот Networked Sensors Array, он более полезен здесь. Мидслоты. Ну, также, вот, как и в каре, вот, обязательно МВД, ибо только она позволит нам с высокой степенью вероятности уйти от сабр, которая нас будет баблить. И капа-бустер, поскольку реген капа у нас довольно слабый, если мы начнем топить на МВД, то у нас капа будет не хватать. И дальше оставшиеся три модуля я распределил так. Два сенсор-бустера и модуль, который улучшает точность файтеров. То есть он повышает им трекинг, уменьшает сигнатуру взрыва и так далее. То есть мы начинаем несколько лучше попадать по мелочи. Выше это не имеет значения, а вот по мелочи, да. Поскольку мелочь у нас присутствует и в довольно немаленьком количестве, я считаю, что этот модуль полезен. Но кто-то может
вместо него поставить еще третий сенсор-бустер. Поскольку в процессе крабинга, несомненно, сенсор-арреем лучше не пользоваться. Может быть, когда вы только прилетели, первый цикл, вот, если вы хотите рискнуть, можете на эту минуту включить. Но я бы не рекомендовал, не стоит. Это модуль чисто для самообороны. В Лоусла так, что у нас тут Drone Damage Amplifier и плиты, растяжки, увеличивающие нам толщину. Поскольку если нас поймали, то тут нам надо дожить до того момента, пока к нам придет помощь. Если бы что-то нас поймало легенькое, вот, то мы бы сами отбились. Если нас уже крепко держит, это означает, что пришел серьезный флот. И просто так, насколько нам никто помочь не сможет. То есть надо будет собирать флот, формиться по-серьезному, и вы должны дожить до этого момента. Вот. Поэтому толщина тоже имеет значение. Ну, здесь как бы вообще в принципе два подхода может быть. Первый подход. Мазер делается тонкий, звонкий, максимум ДПС и вагильность, чтобы он отварпывал. Тогда он приходит в ноль на аномаль и фармит стоя. МВДшка ставится 500-я, чисто для отварпа. И тогда он стоит с нулевой скоростью, и при возникновении опасности дается отварп и цикл МВД. По окончанию цикла МВД он уходит в варп. То есть вроде бы схема хорошая, но если вы вдруг профокапили, прозевали и вас уже поймали, то вы умрете с очень высокой долей вероятности. Вы не сможете справиться со всем тем, что вас там будет держать, если оно действительно способно вас удержать. Поэтому я рекомендую, что лучше ставить вот эту МВДшечку и фармить в разгоне. Ну, я продемонстрирую дальше, как мы будем фармить. Вообще, в принципе, мазер поймать крайне сложно. У него как бы врожденная стойкость к поинтам на 25 единиц, если у вас мазер вкачан в 5. Вот. Поэтому удержать его реально можно только какими-либо бублидуйками, либо ХДшкой. Вот, Heavy Dictor. Это тоже страшный зверь, но он все-таки не такой быстрый, как сабры, поэтому вы сможете уйти, возможно, до того момента, как придет к вам ХДшка. То есть ХДшка, как правило, уже перехватывает вас после сабр. Если сабры вас первое время удержали, потом да, потом на вас уже как бы станет ХДшка, и вот с ХДшкой вы уже вряд ли что сможете сделать. Хотя, имея три капососки хэви, вы с высокой долей вероятности можете оставить ее без капы и даже, возможно, убить или отогнать. Вот, поскольку три капососки — это как бы серьезно. Далеко не каждый корабль сможет сопротивляться такому нитрящему воздействию. А сейчас рассмотрим работу капососок. То есть капососки — это единственное то, чем мы можем остановить какую-нибудь там сабру, флойку и прочие корабли. Вот. У нас их в этом фите три. В принципе, достаточно двух капососок для того, чтобы остановить сабру. То есть, что у нас получается? У нас для того, чтобы работала МВД, ей надо 33 гигаджоуля, чтобы запустилась она на цикл. Вот. Сейчас я положу две капососки, вот, не в греве, две ларжовые капососки. То есть первая и через пол цикла вторая. То есть видите, да, с одного цикла флойка высохла подчистую. То есть у нее получается, если бы работала МВД, доработала бы до конца. Так, вторая капососка. И теперь давайте смотреть, сколько у нас регенится капы. И сработала следующая капососка, все высосало. То есть у нас не хватает всего 3 единицы. Если вы хотя бы там от волнения или что запустите не совсем в пол цикла,
то это означает, что сабра или флойка может нарегенить необходимое количество капы и на цикл включить МВД. За это время, если МВД тем более в греве, она может проехать некоторое расстояние, и это может помешать вашим планам. Поэтому, если вы используете две капососки, их надо включать обязательно в греве. Вот. А без, если три капососки, то можно включать их без грева. Но лучше включить две капососки в грев, а третью оставить на случай, если, допустим, подлетит еще одна сабра и так далее. Ну или, если вы предчувствуете длительный бой, то запускать три капососки не в греве. В принципе, в греве они горят очень медленно, поэтому можно не опасаться. То есть, скорее вы помрете, чем у вас капососки сгорят. Вот. Но, в общем, за ними надо следить, если вы работаете в греве. То есть, если они уже там больше половины подгорели, то лучше грев убрать. Сейчас запустим две капососки в греве и посмотрим, сколько у нас наша флойка сможет нарегенить капы. Так, первая капососка. Все, высыхает начисто. И через полцикла пускаем вторую. Есть, пошла вторая. Итак, смотрим. Все, 24 и ушло. Ну, я чуть-чуть неравномерно запустил. Вот. Но тем не менее, несмотря на то, что даже не совсем равномерно запустил, у нас наша флойка может нарегенить капы всего 2/3 от того, что ей нужно для того, чтобы пустить цикл МВД. Поэтому она будет двигаться медленно, и наши файтеры ее без проблем сгрызут. Теперь давайте посмотрим, какие у нас есть файтеры. На взлетной полосе у нас заряжен крабский набор. Амитаты 4 штуки. Это тяжелые файтеры, дальнобойные. И пятый у нас темплар. Дополнительно у нас здесь есть и должны быть обязательно у всех набор очень тяжелых файтеров. То есть это те файтеры, которые по капиталам. То есть вот эти, в принципе, файтеры по сабкапу, а вот эти вот по капиталам. ЕМные малеусы, термальные циклопы. Вот, то есть у меня есть 4 сквада. 2 сквада по 6 циклопов, малеусы. И здесь малеусы и там пару запасных. Еще есть на всякий случай на 1 сквад эксплозивных. Ну, мало ли чего. У нас есть еще набор легких файтеров. Довольно много, обратите внимание. Для чего? Дело в том, что вот эти вот файтеры, они плохо попадают по мелочи. Поэтому, если вам нужно бороться там с сабрами, то это лучше делать легкими файтерами, типа темпларов. Но поскольку, если вас конкретно ловят, все знают, что в этом, ну, регионе, в дрон-регионах, все фармят ЕМными файтерами. Поэтому ЕМ могут делать высокие резисты, и поэтому лучше заряжать, когда вы снимаете, допустим, мы можем 3 держать склада легких файтеров, поэтому когда вы уберете вот эти вот, то поставить файтеры, ну, с другим уроном, то есть эксплозивные, допустим, и термальные. То есть теперь у нас будет 3 склада легких файтеров, с помощью которых мы и будем там убивать сабр, который будет пытаться нас баблить. Эти файтеры, они медленные, они не имеют МВД. Поэтому, если они от вас почему-то далеко оттопили, лучше от них отказаться. Это я покажу, как потом, как делается. После того, как вы отказались, у вас освобождаются полосы, и вы загружаете на них уже легких файтеров. Но сначала, конечно, можно попробовать пострелять этими. Если явно не будете попадать по врагу, тогда отказывайтесь и загружайте легкие. Очень тяжелые файтеры, они нам нужны для борьбы с капитальными кораблями. То есть, если там пришла кара к вам на аномальку, вот, или просто вы там воюете, не знаю, там дред на вас упал и так далее. То есть, это вот циклопы и малеусы здесь, вот, и вот этот торфвинг. Это
файтеры, которые для борьбы с капиталами. Вот ненписевая кара практически альфует. С одного залпа торпед, там у нее остается там дейл-структура, и она быстро убивается. Если вы будете пытаться убить кару вот этими вот файтерами, то это будет долго, и мало того, кара может переагриться на ваших файтеров и начать их отстреливать. Поэтому, если вам пришла кара на аномаль, вы убираете всех вот этих вот файтеров и загружаете, соответственно, тяжелые. ДПС на этих файтерах у нас значительно выше. У нас 24 тысячи ДПС, и вот за счет этого мы быстро убиваем капитальные корабли. Но они очень плохо попадают по сабкапу, поэтому в обычной фарме их использовать нельзя. Ну, бессмысленно, скажем так. Вот эти вот очень тяжелые файтеры, они вооружены торпедами. То есть там есть торпеды, которые наносят тоже очень много урона по капитальным кораблям. А вот амитаты, то есть это тоже тяжелые, ну как бы это полегче, вот, не сильно тяжелые файтеры, дальнобойные, они имеют как в качестве дополнительного оружия бомбы. Как бомбить правильно, я сейчас покажу. Сейчас давайте более подробно рассмотрим, как мы бомбим. Вот, то есть в качестве цели у нас будет выступать вот эта флойка, и мы сейчас будем бросать по ней бомбы. Как это делается? Давайте для начала бросим одну бомбочку. Выбираем бомбочку, у нас появляется вот такой как бы указатель, да? То есть первое, что мы делаем, подводим этот указатель к месту, куда у нас идет дуга на тактической карте. Затем нажимаем левую кнопку мыши. И теперь мы задаем направление. Поднимаем, пока не сравняется с этой линией, которая идет у нас на нашу цель. И еще раз нажимаем. Все, сейчас этот файтер бросит бомбу. Вот он начинает двигаться вперед и потом бросает бомбу. Все, бомба пошла. Обратите внимание, после этого файтер остановился. Все, мы таким образом попали в флойку и нанесли там ей некоторые повреждения, скажем так. То есть, если вот залочить ее, то мы увидим эти повреждения. Вот, поскольку мы бомбим просто по направлению, то ничего как бы нам... лочить цель не нужно, то есть мы бомбим просто по ней. Так, теперь это мы одним файтером бросали бомбы. Теперь как надо бросать всеми файтерами. Сейчас у нас откатится. Вот. Все. То есть сейчас мы можем снова бомбить. Теперь смотрите, чтобы отбомбиться всеми файтерами, у нас они должны быть все помечены. То есть вот такой, видите, вот как бы полупрозрачный кружочек. Нажимая, мы выбираем какого-либо файтера. Если мы нажмем и будем удерживать Ctrl и нажимать, то мы, соответственно, будем помечать или снимать пометку с каждого конкретного файтера. Все, они у нас должны быть все помечены. Вот. Теперь нажимаем F3, то есть у нас бомбы запускаются по F3. И все, у нас появилось, куда мы бросаем бомбу. То есть... аналогично подводим сюда, первое нажатие, выравниваем сюда по линии и второе нажатие. Все, и все три файтера, четыре точнее, они бросят бомбы. Все, вот видите, бомбы пошли. Обращаю ваше внимание, что у флойки они отбили весьма немного. Ну, она сейчас, конечно, без МВД, сигнатура маленькая, но тем не менее. И файтеры остановились. Чтобы вернуть их к себе, нажимаем W. Все. И дальше файтеры снова вернулись на орбиту. Вот. Когда мы будем бомбиться на реальной аномальке,
у нас здесь будет много целей, будет много точечек. Поэтому нужно будет выбрать какую-нибудь одну в середине и, соответственно, по ней бомбиться. Теперь смотрите, точно так же мы можем бомбиться и по бублям, которые дует эта флойка. У нас все перезарядилось. Все, сейчас флойка надует бубль и на всякий случай свалит. Все, флойка надула бубль и уезжает. Мы, соответственно, что делаем? Вот у нас есть этот объект. Он у нас точно так же отображается. То есть что мы делаем? Нажимаем F3, выбираем сюда, выбираем сюда. Все, бомбы пошли. Все, вот файтер проходит какое-то расстояние и в этой точке бомбится. Все. И, соответственно, таким образом можно убить бубль. Вот. Вообще, в принципе, достаточно двух файтеров. Вот, чтобы убить бубль. То есть две бомбы. Бомбы с двух файтеров. Ну, лучше бомбиться, наверное, все-таки либо всеми, либо двумя. То есть выбрать конкретно просто два. Один, второй. Ими отбомбиться, а эти два оставить на еще там на всякий случай, да, мало ли чего. Но это все. Вы понимаете, что у нас бомбы летят 30 километров. Соответственно, мы можем нормально, уверенно почему-то отбомбиться, только если оно у нас на расстоянии 30 километров. Если нет, то задача значительно усложняется. Если мы хотим отбомбиться по объекту, который находится на расстоянии не в 30 километров, то что нам нужно сделать? Выделить всех файтеров, вот, выделить объект. Теперь смотрите, предварительно нужно здесь установить вот эту такую функцию, как держаться на расстоянии 30 километров. И после того, как у нас мы выделили цель и выделили файтеров, нажимаем удерживать дистанцию, и файтеры, соответственно, они поедут сюда, к цели. Вот. И теперь мы нажимаем F3 и ждем, пока они подъедут. Мы это поймем, что не поехали, они замедлятся. Все, замедляются. Поехали. Раз, два. И возвращаем их на орбиту. К сожалению, с бублями такой фокус не пройдет, поскольку бубль его нельзя выделить как выбранный объект. То есть если вот у нас, допустим, будет бубль на каком-то расстоянии отличном от 30 километров, вот, то если вот мы можем флойку выбрать, да, если снимем захват, ну вот она у нас здесь в меню выбранных объектов есть, то здесь Warp Disruptor мы не можем с ним работать как с выбранным объектом. Поэтому здесь точно отбомбиться, ну, я, по крайней мере, такого способа не знаю. А сейчас мы попробуем отбомбиться по баблу, который будет находиться от нас недалеко. Вот, в 12 километрах, да, допустим. То есть это примерно так обычно опытные сабры ставят бабл, чтобы вы не достали смартой, но в то же время не были совсем на краю бабла и не могли из него быстро вытопить. Итак, сейчас флойка нам надует бубль и уедет. Все. А наша задача этот бабл убить. Точно в этой ситуации, конечно, не отбомбиться, но давайте попробуем. Что нам нужно сделать? Нам нужно увести файтеры в этом направлении от бубля и примерно на глаз оценивать их положение, чтобы потом отбомбиться. То есть вот где-то вот примерно, на мой взгляд, где-то так можно бомбить. Раз, два. Все. И теперь посмотрим, попаду я, не попаду.
попал. Вот. То есть вот таким вот образом мы можем убивать баблы. Но еще раз говорю, это как бы определенный нужен глазомер, тренировка, поскольку так просто попасть не получается. Вот. Вам приходится искать какой-либо объект, на который вы можете отправить файтеров. Вот. Иначе нам удачи не видать. Если кто-то знает другой способ, как отбомбиться по бублям на нестандартном расстоянии, вот, не в 30 километров, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать этот способ. Что я еще хочу сказать по поводу бомбежки файтерами. Смотрите, у Сабры и прочих там типа Сабры, у них три бубля заряжено. То есть, смотрите, если вы убьете бубль, а возле вас вертится Сабра, которую вы уже не можете убить, потому что, допустим, подошел вражеский ганг с логистами, они откачивают эту Сабру, и как бы все, вы ничего не можете ей сделать. Тогда что? Дождитесь, пока она надует третий бубль. Она уходит в минутную перезарядку. И вот после этого бомбитесь. Тогда у вас будет реальный шанс отпрыгнуть или отварпать. Потому что если нет ХДшки, то вас очень сложно удержать. Конечно, если это специально готовились на вас, они посчитали количество поинтов, поставили там, если не хватает, фракционные скрипки, там кто-то по два скрипка поставил, чтобы набрать эти самые 25 единиц держащей силы. Вот. То есть если вас специально ловят, то шансы уйти без посторонней помощи никак. Просто нужно жить и ждать помощи. Ну, если это какой-то там залетный ганг, таким образом вы отбомбиться можете по бублю и уйти. Опять-таки, если две сабры, то все усложняется. Они будут дуть баблы попеременно, уходя в перезарядку, и так поймать не получится. Здесь вот, вот самый важный момент. Попытаться убить хотя бы, допустим, если у вас бабли две сабры, хотя бы одну сабру, вот, чтобы потом оставшуюся сабру отбомбить ее бубль и там отпрыгнуть или отварпать. Ну, в общем, это все, конечно, очень сложные моменты. Поэтому самое важное – не попадаться. Обязательно посмотрите, я не буду повторяться, посмотрите ролик, который я делал про кары, про крафтса на каре, я ссылочку укажу в описании. Вот. И сделайте по возможности как можно больше из того, что там предложено с точки зрения безопасности. Поставьте глазик в системе, забаблите гейты, если это возможно, заранее подготовите точку отпрыга и так далее. То есть все, что там как бы сказано, чем больше вы сделаете, тем безопаснее будет ваш крабинг. Ну что, про самооборону поговорили. Теперь давайте поговорим про крабинг. Крабить мы будем в разгоне. То есть приварпываем в ноль, становимся в разгон на отварп на поз. Ну и дальше выпускаем файтеров и фармим, стараясь файтеры далеко от себя не отпускать. Вот. Ну, тут как получится, это я потом объясню. То есть, если бы у нас был бы мазер зафиченный тонкий и звонкий, как я говорил, да, мы фармили стоя, и в случае возникновения экстренной ситуации мы бы отварпывали. Но я все-таки рекомендую фармить в разгоне. Почему? Вот была ситуация в процессе подготовки к этому ролику, когда я был на аномалии, и здесь по филаментам прошел ганг. Ну, не знаю, насколько он был опасный. Там было около десятка кикимор, была сабра и был сторг. То есть, ну, не знаю, смогли бы они меня удержать или нет. Скорее всего, вряд ли. Но, тем не менее, если бы этот был ганг побольше, то есть также мог зайти не по 10-м филаментам, а по 25-м филаментам ганг уже из 25 кораблей, и тогда бы уже действительно могли бы начаться реальные проблемы. То есть вот в этом фрагменте сейчас будет показано, насколько быстро уходит кара в случае возникновения опасности, если она стоит в разгоне, ну и вы, конечно, не спите и контролируете локал. Вот так фармишься, фармишь, ничего не подозревая. И тут вдруг бабах, и все,
по рогам залетает к тебе 10 нейтралов. Все, значит, быстренько отварп и уходим. Я попробовал МЖДшнуть файтеров, но не успел. То есть я уже ушел. То есть буквально считанные секунды, и я уже в варпе. Ну, забегая немного вперед, как бы скажу, непись файтеров не погрызла. Все, прилетаем на пос. И скупаем файтеров после того, как зашли под поле поса. Все, сейчас они прилетят. Спокойненько дотопят. У Ганга этого совершенно не было никаких шансов меня поймать. За те считанные секунды, когда я как бы с момента, пока они провалились, до момента, когда я отварпал, там за это время ничего нельзя было успеть сделать. Ни найти меня, ни насканить, ни наварпать. Так что я рекомендую фармить в разгоне. Перед тем, как начать крабить, мы должны сделать некоторые настройки. Ну, первое, разместить окна удобным вам образом. Мне удобно, допустим, так. То есть, чтобы оставить открытое пространство для того, чтобы мы там могли целиться бомбами и так далее. Вот здесь будут наши орды. Из этих орд я предварительно вычленил малые орды. С них меньше баунти, там много мелочи, вот, поэтому их лучше не фармить. Если позволяет количество орд в системе. Бывает, конечно, когда очень много фармящих, и тогда по взаимной договоренности начинают бить и малые, так называемые центрёвые орды. Здесь окно с подсканом. Вот. То есть, когда, допустим, появился враг там и так далее, чекнуть, проверить, что у нас тут есть, очень полезно. Здесь, понятное дело, смотрим, где враги, в каких системах, security канал. Здесь заранее готовим окно для отварпа. Здесь наши точечки, то есть точка отварпа на пост, точка отварпа на сотейку, если вдруг нам надо. Это окно открывается следующим образом. То есть в адресах и координатах мы делаем отдельную папочку. Вот в эту папочку складываем нужные нам буки, потом правой кнопочкой открыть окно группы. Все, и помещаем его в удобное для нас место. Следующее окошечко, которое у нас должно быть открыто, это окно, куда мы отпрыгиваем в случае опасности. То есть здесь у нас, ну как бы там данных много, но поскольку они нам не актуальны, я сокращаю окно до минимума, чтобы оно меньше места на экране занимало. И здесь оставляю только маяки, на которые я буду отпрыгивать. Тут потенциально я могу отпрыгнуть УГР, Яма и C3I. Это все наши системы. Наиболее безопасный УГР, потому что там циномаяк расположен возле Кипстара, под прикрытием Кипстара. И там шансов, что на вас нападут, гораздо меньше. Вот, поэтому выбирайте для отварпа точки заранее и желательно в наиболее защищенных, как бы наиболее защищенные маяки. Открывается это окно следующим образом. То есть на капаситоре правой кнопкой и здесь открыть окно гипернавигации. Все. Ну и здесь как бы выбираем прыгнуть. И, соответственно, здесь у нас будут маяки, на которые мы можем отпрыгнуть. Все, еще что нам нужно сделать. Я, допустим, стараюсь всегда фармить, чтобы файтеры далеко от меня не убегали. Во-первых, это при бомбежке полезно. Ну и в случае там отварпа, быстро скупнуть, поменять дроны и так далее. То есть вот я предпочитаю, чтобы файтеры были рядом. Для этого пользоваться там через Shift горячую клавишу как бы неудобно. Я перебиндил на кнопочку W. Вот, то есть сочетание клавиш управления дронами. Вот, всем дронам вернуться на орбиту. Дабл-клик, текущая комбинация. Ну, там, если была другая, устанавливаем W. Это значительно упрощает. Просто левая рука у нас здесь, где функциональные кнопки, и там же кнопочка W. Вот.
И теперь, чтобы дать команду файтерам вернуться на орбиту, вот, мы будем нажимать кнопочку W. Окно управления файтерами размещаем так, чтобы было удобно. Здесь будет их как бы умение, здесь захваченные цели. И чтобы мышкой меньше двигать, поскольку тик в мазере гораздо больше зависит от того, насколько быстро вы умеете двигать руками, чем от того, какой у вас фит. Вообще в фите здесь есть как бы такие определенные, ну, назовем, пороговые значения. То есть файтеры, вот, они могут убивать либо быша, либо с трех выстрелов, либо с четырех выстрелов. Вот. То есть если вы не убиваете файтеры гарантированно с трех выстрелов, то это уже не имеет значения, какой там ДПС вы там будете из него вытягивать. То есть либо вы делаете такой ДПС, чтобы убивать быша с трех выстрелов, тогда это будет определенный скачок в вашем скорости фарма. Если вы не можете сделать так, чтобы три, или тогда получается мазер тонкий и звонкий, ну, сами тогда думайте. То есть, если вы все равно убиваете с четырех выстрелов, то делать какие-то незначительные улучшения ДПСа не имеет смысла, поскольку время фарма будет примерно то же самое, потому что оно определяется в основном скоростью, с которой вы убиваете быша. По расположению модулей. То есть здесь модули, которыми как бы у нас активные, и плюс капа. Здесь первые три не заняты специально, поскольку в управлении файтерами мы используем F1, F2 и F3. Поэтому, чтобы не было путаницы, потому что иногда начинают вместо того, чтобы там файтеры начали бросать бомбы, активируется тот модуль, который у нас здесь по F3 стоит. Поэтому здесь мы первые три освобождаем, и тогда у нас не будет пересечения с файтерами. Ну, здесь понятно, капососки, МВДшка и все такое. Вот, в принципе, все. Мы готовы лететь фармить. Но фармить, наверное, я буду уже во второй части. Получается, ролики так уже почти на 40 минут, поэтому, собственно, фарм и плюс оборону от Сабра, это я уже сделаю следующим роликом. Спасибо за внимание. Регулярно выходят новые ролики, поэтому, чтобы не пропустить что-либо интересное, подписываемся на канал и включаем уведомления. Если понравилось, не забывайте поставить лайк. Большое спасибо всем, кто поддерживает мой канал. Всем удачи!